Народ, всем салют. Все, у нас 15 июня и началось роение пчел. Сейчас будем потихонечку снимать этот рой. Вот такой он красивый, здоровый. Все будет у нас тип-топ. Ну что, погнали снимать. Так, ну что, дорогие друзья, с Божьей помощью сняли рой, остались вот остаточки. Ноги, руки до сих пор трусят, все летают. Ну, конечно, теперь они матку потеряли. Сложили сразу их в улей. Сейчас покажу, сколько там их внутри. Не знаю, будет видно, нет. Но там, короче, их просто море. Сразу поставили рамочки им. И все будет у них тип-топ. Будут отстраивать. Конечно, плохо, что у нас нету суши. Одна вощина. Но ничего страшного. Может быть, сейчас у других улей возьмем еще рамку с медом и поставим им для корма. Так, вот еще вот последние у нас остаточки скопились. Веточка уже обломленная была. Наверное, скорее всего, там была маточка. Оставила свой след. Сейчас подождем еще маленько, чтобы побольше скопилось народу там. И будем их уже заселять домой. Ждем, значит, когда последние остаточки сейчас зайдут. И будем уже их переносить на постоянное место жительства. Так, ну что, друзья, значит, сняли мы полностью рой. Сейчас украдем одну рамочку с медом из этого улья. Там вроде бы есть, как бы, чтобы этим маленечко они... были корма. Так, конечно, должен был дымарь взять. Сейчас какую-нибудь одну выберем просто. Были, я видел. Рой вылетел из этого большого улья, я думаю, скорее всего. Хорошо, что были все дома. Ну вот, вот такая вот печаточка есть замечательная. Сейчас мы туда ее просто положим. Вот они тоже маточники. Бля, она была дымать. Кто грамотные пчеловоды, скажите, правильно мы так, неправильно сделали, нужно было или не нужно. Блин, смотри, пчелы-то здесь много. Отсюда он вообще вылетел, не отсюда. Кажется, у нас с ним Максим. Чего здесь предостаточно, то есть медок уже вот есть, не знаю, опять же повторюсь, если кто знающий, грамотные пчеловоды, скажите, правильно мы, неправильно даем сейчас рамку с медом к нашему рою, нужен он там, не нужен, но я думаю, кормление хотя бы там на день-два надо. Пойдем посмотрим рой. Вот такой вот роек у нас получился. Сейчас мы им доставим туда. Сделаем просто... где тут были эти... вот сушь. Сейчас мы туда вот рамочку с медом... нет, кормовая она как по краям, говорят все. Сейчас мы ее в край. Это середочка пускай будет. Не в самый край, а вот так вот. Опять же повторюсь, чтобы была у них еда. Потому что не знаю, как они себя поведут. Но кушать все хотят. Вот сейчас мы маленько их раз, а потом все здесь сделаем аккуратненько. Культурненько. Сейчас подушечку найдем, принесем. Все будет благополучно. Так, ну что, дамы и господа. Сняли мы, значит, рой. Руки до сих пор трусятся. Ноги тоже. Делали мы это в первый раз. Кто знающий пчеловода, подскажите, правильно, неправильно. Так мы не так сделали. Жужжат до сих пор. Так скажем,
расширяемся потихонечку. Теперь у нас 4 целых улья. Посмотрим вечером уже, как они себя будут вести, лишь бы не улетели обратно. Все ли им там понравится, не понравится, уже я не знаю. Как это бывает, конечно, стечение обстоятельств, что мы сегодня просто были дома. Отец позвонил, сказал, говорит, у тебя, говорит, здесь какой-то, говорит, туча прям летает. Я бегом сюда, с Максимкой его аккуратненько сняли. На все про все у нас шло где-то часа полтора. Ну, на этом все. Будем искать дальше раи, ловить их, если где-то полетят. Думаю, вот этот улей у нас тоже, наверное, не сегодня, завтра может полететь. Кстати, из того, из большого улья, сколько вот здесь это оттуда вылетело, чего там еще осталось достаточно, можно видеть, как все летают, работают. Уже там есть, сейчас я показал, есть даже полностью запечатанные рамки с медом. Откачивать, конечно, мы их пока не будем, мало ли чего. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Обнял.